Всем привет! С вами группа Леонатум! Друзья, мы попросим всех-всех-всех, кто еще не вышел, выйти на танцпол. Будем вместе петь, танцевать. Нам очень нужна наша поддержка. Поверьте, мы очень волнуемся, и нам очень важны ваши аплодисменты, ваша любовь и ваше тепло. Оторвемся сегодня по полной. Вот просто вспомните свое детство, возвратитесь в него и почувствуйте себя как раньше. Итак, первая песня «Верь». Песня о том, что даже в самые сложные минуты жизни нужно верить в лучшее, даже когда вы находитесь на дне ада. Есть свет. Итак, поехали, мальчики, начинаем! Yeah.
Спасибо, спасибо вам огромнейшее. Сердце бешено колотится от вашей поддержки. Ну что, друзья, идем дальше. Так, еще хочу объявить самым активным нашим болельщикам. Будут подарочки от нашей группы, поэтому танцуем, подпеваем все, что помним, а что не помним, импровизируем на ходу. Так, ну что, едем дальше. Итак, следующая новая песня «Живая река». Поехали. Вот здесь можно оторваться. Горе смыло.
поселилась душа, вечно свободна живая река. Ей не надеть ни кандал, ни оков, но ты ее не буди, но ты ее не буди от волшебных снов. Спасибо вам огромное, какие же вы умнички, какие вы молодцы. Так, ну и сейчас по традиции любимая песня всех времен и народов наших слушателей, которую очень просили исполнить, «Надежда». Поехали, мальчики. Я любила, я верила, ждала, и не зная, есть ты или нет, была тебе верна. Отрывая, срывает мне душу на части, но не в силах оставить огонь и страсть. Я молю ощутить, я былого не в силах забыть. Go!
Спасибо огромное. Так, ну, я думаю, пожалуй, сейчас хочется отметить самых активных наших болельщиков. И потом мы еще продолжим. Еще одну песню для вас классную сыграем. Так, и что же, ребятки, я вот так смотрела, все очень круто прям так вели себя. Не знаю, я бы всем раздарила подарки, если бы только можно было. Надеюсь, вы не обидитесь. Сейчас отмечу тех, вот кого я заметила, прям самых активных болельщиков. Итак, подарок от группы «Лионату». Вам будут красивые чашечки с нашим логотипом и фоточкой. Сейчас покажем всем. Вот такая вот чашечка, красивенькая, золотистая. В общем, сейчас отметим самых-самых-самых активненьких. Ну что ж, так вот, девчонки. Девочки, прям, ну, давайте кого-то из вас. Сейчас будут еще. Спасибо вам огромное за поддержку. Сейчас будет еще минуточку. Если чего вдруг, если кто-то вдруг еще захочет подарки, пишите ВКонтакте, мы с вами свяжемся. Так, вот девушка очень милая. Кстати, как зовут-то вас? Ольга. Ольга, очень, очень здорово танцуете. Так, а вас как зовут, красавица? Как вас зовут? Ксения. Ксения, вот, молодцы. Вообще все девчонки молодцы. Сейчас вам еще минуточку. Секундочку, да прям сразу, что я. Еще хотелось мне отметить девчонок и мальчишек. Так, как тебя зовут? Юра. Отлично, Юра тоже молодец, супер, круто танцевал. Так, ну что же, и еще магнитики, подарок также от нашей группы. Никита. С нашей фоточкой и логотипом. Так, девчоночки, ну вам я не могу не подарить. Так, еще один. Вот еще девчоночки тут прям очень круто танцевали, мне очень понравилось. Кто-то прям, я даже не поняла, кто. Так, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Так, ну и, конечно же, девушка, да-да-да, кстати, как же я. Ой. Как вас зовут? Ксения. Ксения, очень приятно. Ну что ж, вот что смогли, раздарили. В следующий раз будет больше подарков. Так, ну и так, поехали. Сейчас для вас презентация новой песни «Сила света». Поддержите нас, пожалуйста, друзья. Поехали, мальчики. Свет наполнит мир потом.
слишком много вопросов в твоей голове. Ты так жаждешь победы в безумной игре. Но не стоит играть тех погашенных свеч, что ты мог уберечь. Ты не в силах перечить с коварной судьбой. Словно кукла, и она помыкает тобой. Но прозришь наконец, ветер новый венец не вернет твой покой. Сила света не оставит этот вечный мир. О, где каждый жаждет свой победный век. Свет наполнит мир потухший, где каждый за себя. Где все любви желают, не любя. Здесь нет ответов на твои вопросы, лишь могильный холод убивает твои грезы. Спасибо вам огромное, огромное спасибо за поддержку, за вашу любовь. Подписывайтесь на нашу группу Leonatum ВКонтакте. Следите за новостями. Очень скоро планируется наш сольный концерт. Поэтому будем на связи, друзья. Итак, для вас сегодня... О, Господи, спасибо! Как вас зовут? Марина! Мариночка, спасибо огромное, дорогая. Спасибо, очень приятно за такие милые цветы. Так, ну что, итак, сегодня... Подходит наше выступление к концу. Для вас сегодня играли прекрасные музыканты. Бас-гитара Антон Калядин. Итак, лидер гитара Никита Крикловец.
денег, человек-оркестр Владимир Шергов! И, конечно же, наш мощный драмер Рафик Сабитов! Так, ну что? Ну и замечательный вокал сегодня вам всем и нам тоже продемонстрировала Наталья Шнурко. Спасибо, спасибо всем организаторам жюри, спасибо за эту возможность прекрасную стоять здесь на сцене с этими прекрасными участниками, очень достойными коллективами. Никуда не уходите, оставайтесь, 23.00 будет голосование, послушайте всех остальных участников, здесь реально очень крутые команды, вы не пожалеете. Так, ну что, друзья, мы прощаемся с вами, но не навсегда. До скорых встреч! С вами была группа Леонатум! О, нам тут предлагают селфи сделать. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, дорогие. Так, ну что, фоткаемся? Еще предлагаю селфи сделать вместе со всеми зрителями. Так, улыбаемся. А может? Можете сделать селфи с той стороны вместе с залом? Давайте все поднимем ручки, пальчики, кулачки. Прям вместе, 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 чтобы всех было видно. А мы присядем, да, мы присядем. У нас должен быть опыт сождения на сцене. Осаждение. Спасибо огромное. Спасибо, мы вас любим. До скорых встреч. С вами была группа Леонатум.